Привет, друзья! Мощный взрыв прогремел сегодня утром на установке газоразделения строящегося Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области. За взрывом газа последовал пожар. Предприятие принадлежит «Газпрому». ЧП случилось в результате разгерметизации оборудования. Сейчас идет контролируемое выгорание газа. Установка, на которой все случилось, изолирована от остального оборудования. По предварительным данным, на Амурском газоперерабатывающем заводе люди не пострадали. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр.